Приветствую всех на канале подписчиков, случайных зрителей. Перебрал я 507 гривен по 10 копеек. Был приятно удивлен такому огромному количеству монет. Ну и результаты были также соответствующие. Сейчас будем смотреть, что я нашел. Из такого количества монет я нашел 165.113 монет итальяночек. 2002 года 69 монет. 2003 года 88 монет, 2004 года 114 монет. Также, ребята, луганчанок у меня здесь было 60 монет, штамп 2.1, ну, понятно, здесь самые обычные, без браков, без редких штампов, 25 монет 94 года, тоже с мелким гуртом, 12 96, довольно-таки отличные результаты по количеству. Также, ребята, что еще попалось интересного? 1.2 у нас итальяночка, 8 монет. 1.32 В, точнее 1.32 ААМ, 8 монет. Также, ребята, третьих штампов у меня было здесь 7 монеточек. Эти все, к сожалению, без браков. Что на аверсе, что на реверсе, брака никакого нету. Также, ребята, идем дальше. С крупным гуртом у меня попалось 4 монеты 92 года, те, которые я по каталогу номинальные, грубо говоря, непонятно, не номинальные. Одна монета 94-го, две 96-го года. Также, ребята, из вторых штампов я нашел 2.1 ГАМ, 4 монетки. Это в этих монеточках ягодочки, сделанные как иголочкой, как 96-й год, кто не знает, как определить. 4 монеты 2.1 ГАМ встречается довольно-таки нечасто, в основном идут в АМ. Но здесь ГА, как иголочкой, сделанные такие ягодочки, точечки очень-очень маленькие. Так, ребята, идем дальше. Что здесь я еще нашел? Нашел еще монету с браком луганчанка. У нас брак 2.1.5 здесь в трезубце. Идут сдвоения, я вам покажу на микроскопе. Так, еще нашел монету с крупным гуртом. Это у нас так называемая перепуточка. 2.1 ААК. 2.1 ААК, не помню, по-моему, мне такая уже попадалась перепутка. Также, ребята, я еще здесь нашел 94 года монету с крупным гуртом. Это у нас 2ГАК. Ну, по каталогу я смотрю, как бы понятно, что они уже все редкие. Но именно это ГА, самый длинный отросточек в третьей грозди. Также, ребята, что я здесь еще нашел? Я еще здесь нашел такую монету 92 года с браком ягодок ВАМ. Покажу вам на микроскопе тоже, как М выглядит. Там вытянуты первая, вторая, третья, четвертая и сдвоенный черенок в первой грозди. Это я вам покажу на микроскопе. Также, ребята, я нашел наконец-то перепутку 2003 года. Долго я ее искал, огромное количество перемерил. Но, к сожалению, то ли к счастью, я нашел, даже не замеряя эту перепуточку, сразу видел, что здесь расстояние от края канта до ости намного больше, нежели в самых обычных. Замерил и понял, что здесь 10,9 мм расстояние между остями. То, что я искал довольно-таки долго. Также, ребята, еще были перепуточки. Здесь парочка перепуток 2007 года. Это у нас 1 ИВМ, если я не ошибаюсь. 2007 год парочка монет. Также, ребята, здесь я нашел еще одну интересную монету. Здесь у нас то же самое, 2.1 ААМ. Тоже перепуточка, только с мелким гуртом. 2.1 ААМ. Так, что у нас, ребята, здесь еще интересное было? Нашел 2006 года монету, не знаю, вроде бы с браком даты сдвоенной. Ну, не знаю, еще пока не особо разобрался. Вроде бы дата толстая, но надо разбираться дальше. Не уверен в этой находке.
Также, ребята, я нашел еще одну монету. 1-2. Это у нас итальяночка. В чем суть? ААМ. В чем суть? Потому что она идет толще. Заготовка видится мне толще по сравнению с другими монетами. На вес, я думаю, кину. В принципе, должна быть чуть больше оригинальной. По-моему, я такое что-то находил. Там на 0,7 грамма больше. Так, ребята, что здесь у меня еще я нашел? У нас 1,11 ААМ, 10 копеек. Здесь у нас форма слева листочка 1,11, как в копеечках самых распространенных. Это 1,11 ААМ. Ну и, ребята, на десертик попалось аж две монеты с крупными ягодами. Это у нас БАК, 2,1 монета, у нас крупный гурт. В обеих монетах аверс 2,1. Ну и во второй грозди самая нижняя правая ягодка маленькая. 2,1 БАК. Так, ребята, ну и еще на десертик у меня остались 2,1 ДАМ. Жалко, конечно, одна монета, шестиягодник, но все же. Все равно не пусто. Хотелось бы, конечно, найти с крупным гуртом. Ну и на этом спасибо, что попался шестиягодник. Так, ну, ребята, из категории мяса. Это затертая какая-то. Ну, это так, просто кинул, чтобы показать, что это никакой не брак. Видно, затерлась, то ли механика, то ли вручную. Также, ребята, 2014 год. Небольшое вздутие над буковкой А. Ну, из категории полное мясо, либо здесь в песке она была, либо ее катала. Вот такая монета, это не брак, просто убитость. Так что, ребята, вот так. Сейчас я вам добавлю видеоролик из микроскопа видео. Там, где идут браки, покажу более детально, чтобы было более наглядно и понятно. Ну вот, ребята, подключились мы к микроскопу. Сейчас я вам покажу браки, которые были у видео. Так, у нас здесь 10 копеек, первый брак в трезубце под номером 5. Брак встречается в штампе 2.1 в луганском чекане. Как он выглядит? Здесь внутри небольшой, справа видно сдвоение, и слева совсем незначительное, как похоже на каталоге 2.1.5. Также в правой части трезубца есть вот такое сдвоение, которое очень здесь прекрасно хорошо видно. Это у нас брак 2.1 под вид 5. Пятый по счету он был обнаружен. Также, ребята, я еще вам покажу брак АМ-очка. В М-браке у нас, в принципе, даже без хорошего увеличения видно, что в первой грозди ягодки вытянутые и череночек у нас здесь сдвоенный. Он такой, ну, монета грязная, конечно, если ее почистить будет видно лучше, но она начнет тогда конкретно блестеть и бликать в камеру. Так, второй. Вторая гроздь у нас тоже вытянутая. Третья, ну, вот и четвертая гроздь. Это у нас по определению ВАМ, вытянутые ягоды в гроздях первых-четвертых, ну и сдвоенный черенок в грозди номер один. Это у нас брак ВАМ. Так что, ребята, вот такие находочки мне попались с этого мешка. Я очень сильно доволен, что такое разнообразие и все, что только угодно, мне попалось. Всем спасибо за внимание, удачных поисков, до скорых встреч, всем пока!